Приветствую всех ценителей ножевой тематики. Хочу сделать короткое видео. Такое пояснение предыдущему тесту на канате. После теста хотелось бы просто продемонстрировать режущую кромку, в каком она состоянии, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Насколько это возможно, я пытаюсь это сделать с помощью своей камеры. Так возможно. Что-то будет видно, разглядеть. Вот в этом вот районе. С этой стороны, может, будет лучше. Видите, эти малюсенькие сколики. То есть они реально небольшие. Зачем этот бараж? К тому, чтобы тоже показать, что значит сколики. Что я имею в виду? Подразумеваю большие. Ну, резкость где? Давай ловись уже. К сожалению, возможности моей камеры ограничены. Вот видите здесь, там где блестит, вот тут. Тут есть конкретные сколы. Вот так вот его виднее, да? Прям видим скол на режущей кромке. Вот это уже, как бы, я считаю, действительно большой скол. То, что наблюдается в этом ноже, в том состоянии, в котором он еще есть, я его не правил. Никак, ничего, даже не мыл его. Он еще даже может пытаться и будет брить. Вот. Кому интересно. Пытается еще что-то он брить там. То есть целью у меня было не ушатать в конец режущую кромку и проверить, насколько она сотен резов пройдет, а именно когда появятся первые признаки, скажем так, механического разрушения. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать, заметил, сейчас люди выкладывают ролики о средствах, которые они используют при контроле заточки. Хотел бы показать, чем я пользуюсь. Я думаю, здесь не надо тоже много париться. Вполне достаточно обычной простой 10-кратной лупы. Качественной. Желательно, чтобы она не замыливала изображение по краям. Все остальное, как бы 10-кратное увеличение, вполне достаточно. Я пользуюсь вот такой вот, она двусторонняя. С одной стороны 10, с другой 16. Это лупа. В свое время я работал на огранке, и с помощью это был мой рабочий инструмент, с помощью которого я, скажем так, производил операции с камнями.
на довольно высоком уровне. То есть вот эти вот 10-крат не хватало с головой. Эти 16 уже использовались для совсем малепусеньких камней, которые там уже в размере там шли от сотки и меньше. Вот. Такое вот короткое видео. Кроме этого, хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Все, спасибо за внимание. Пока.